Привет, дорогой друг канала «Правильный выбор». В этом выпуске я собрал для тебя коллекцию лучших кормов для собак. Грандорф с белой рыбой подходит для взрослых собак возрастом от года, средних и крупных пород. Корм типа холистик изготовлен с применением максимального количества натуральных ингредиентов. Подходит для песиков с чувствительной кожей и шерстью. Кроме того, он гипоаллергенный, производитель утверждает, что корм на 65% состоит из мяса. В основном это филе трески и филе сельди. Еще в состав входит коричневый рис, который является отличным источником клетчатки. Благотворно сказывается на пищеварении животного. Также тут есть батат, шпинат, яблоко и прочие полезные продукты. В целом, корм весьма богато насыщен омега-6 и омега-3, а также аминокислотами. Все это упаковано в комфортные для кусания гранулы диаметром в 1 см. Вкусный и полезный рацион для твоего питомца. Обойдется этот корм примерно в 3200 рублей за пачку в 3 кг. Если найдешь корм, который придется по вкусу твоей собаке, то сразу же загляни в описание. Там есть все ссылки с ценами и подробной информацией. А рядом будет лежать промокод, позволяющий немножко сэкономить. Mangedog Speciality Mini предназначен для собак мелких пород возрастом от 1 года. Это сухой корм, основным вкусовым ингредиентом которого является так любимый собаками ягненок. В дополнение к нему идут рис и картофель. В целом состав сбалансирован и подходит как для большинства собачек, так и для тех, у кого чувствительный желудок. За поддержание иммунитета отвечают чеснок и экстракт артишока. Форма и размер гранул подобраны таким образом, чтобы песикам мелких пород было удобно их кусать. Но при этом весь необходимый комплект полезных веществ есть в каждом кусочке. Обойдется эта собачья радость примерно в 2000 рублей за пакет весом 2,5 килограмма. Если ты еще не подписан на канал «Правильный выбор», то сейчас самое время это сделать. Свежие рейтинги актуальных товаров и предложений выходят здесь регулярно. Ну и, конечно, мне будет приятно, если ты поддержишь меня лайком и душевным комментарием. Solid Natura Selection представляет из себя влажный корм, основанный всего лишь на одном ингредиенте – говядине. Непосредственно мясо в состав входит около 30%. Еще около 40% – это различные говяжьи сопутствующие продукты типа сердца и печени, плюс немного различных добавок для густоты и длительного хранения. Но в сухом остатке это целая баночка вкусного мяса. Понравится любой собачке возрастом от 1 года. Обойдется она примерно в 280 рублей за банку весом почти в 1 килограмм. Это еще один вид корма от Грандорф, только теперь с ягненком и индейкой, подходит для собак малышей от 3 недель, а также беременным и кормящим. В составе продукта около 70% настоящего мяса. Ягненок обеспечивает собаку белками, калием и магнием. В индейке есть куча аминокислот, витаминов и минералов. Баланс клетчатки реализован за счет наличия коричневого риса, а еще в составе есть цикорий, яблоко и клюква. Гранулы сконструированы таким образом, чтобы щенку было удобно их грызть, но при этом они выглядят аппетитно и в среднем имеют размер около 7 мм. Натуральный холистик, который обойдется примерно в 3200 рублей за 3 килограмма корма. Альмо Натюр представляет корм для собак любой породы среднего размера возрастом от 1 года. Основным вкусовым ингредиентом здесь выступает говядина. Свежего мяса в составе 26%, также есть производные в виде субпродуктов. Еще 14% – это рис. В составе есть маис, немного дегидрированной курицы, белки, дрожжи и минералы. Питательный и вкусный корм, который обойдется примерно в 1600 рублей за 2 килограмма. Это еще один корм от марки Грандорф со вкусом ягненка и индейки, только теперь гипоаллергенный и рассчитанный на взрослых собак крупных и средних пород, с чувствительными желудками и склонностью к аллергии. Натурального мяса в составе много, около 65%. Это свежий ягненок и индейка, богатые белком, аминокислотами, витаминами и минералами. За гарнирную часть отвечает коричневый рис. Еще в состав входит естественный антиоксидант в виде яблока, антисептик в виде клюквы, а также укрепляющие иммунитет лососевое масло. Гранулы размером в 1 см выглядят аппетитно, пахнут вкусно. Обойдется этот корм примерно в 1300 рублей за 1 килограмм.
Бриткея представляет из себя сухой корм для щенков и молодых песиков возрастом до 1 года крупных пород. Состав сбалансированный и подобран таким образом, чтобы максимально обеспечить растущий организм полезными витаминами и веществами. Дегидрированное мясо индейки здесь является основным ингредиентом, его тут около 31%, плюс немного свежей индейки с субпродуктами около 5%, а также свежее мясо ягненка тоже в количестве около 5%. В качестве гарнира выступает ячмень и рис. Корм богатый L-триптофаном, который гарантирует хорошее настроение собаке. Натуральные ингредиенты обеспечат рост мышц и костей, а небольшое количество жиров позаботится о шерсти и коже. Вкусное полнорационное лакомство для твоей растущей собаки. Обойдется примерно в 1000 рублей за 1,5 килограмма. Monjvet Solution Dermatoisis представляет из себя специфический влажный корм для взрослых собак с дерматологическими заболеваниями. Рекомендуется давать при зуде, заболеваниях шерсти и кожи, дерматозах и алопеции. Основным вкусовым ингредиентом выступает свинина, ее дополняют свиная печень и жиры. Также в состав входят волокна гороха, немного дрожжей и даже алоэ вера. Как раз последний компонент и отвечает за восстановление коллагена, поддержание упругости кожи и вообще за регенерацию кожного покрова. Вкусный влажный корм, который поможет твоему питомцу избавиться от вредного недуга. Стоит около 270 рублей за баночку в 150 граммов. Влажный корм от марки «Родные корма» представляет из себя консервы с говяжьим мясом и его производными в соусе. Помимо чистого мяса в состав включены легкое и печень. Также есть немного злаков, растительного масла, и все это плавает в мясном бульоне. Корм подходит для песиков всех размеров, любых пород, в возрасте от 1 года до 6 лет. Аппетитное натуральное лакомство для твоей собаки, которое обойдется примерно в 230 рублей за банку весом около 1 килограмма. Clan Pride представляет влажный корм для взрослых собачек любых пород и размеров со вкусом говядины. В основном состоит из говяжьих субпродуктов, котлыка и языка. Все это купается в специальном желирующем составе. Зерна в корм не входят, поэтому он подойдет питомцам с чувствительным пищеварением. Вкусный, ароматный, питательный корм, который обойдется примерно в 240 рублей за баночку весом 340 граммов. Если нашел подходящий корм для своего питомца, то обязательно загляни в описание, там есть все ссылки и промокод для тебя. Подпишись на канал «Правильный выбор» и поддержи меня своим лайком и комментарием. А сейчас пока, приходи на следующий выпуск.